И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exile. Все так же пытаюсь выжить в этом мире. Пока что это все выглядит примерно как сбегай от точки А в точку Б. Вот, и сегодня этот день будет не исключением. Тоже побежим с точки А в точку Б, но теперь уже с новой великой миссией. Во-первых, кстати, я включил осты игры на фоне. И теперь музыка будет играть постоянно, не тогда, когда захочет эта игра включить. То есть постараюсь, чтобы не было так, что я молчу, музыка молчит, такая, и вот, короче, тупость. В общем, что сегодня будем делать? Вот этот дом, как вы понимаете, это очень маленький дом. Такое ощущение, что музыка как-то громковата. Надо потише себе наушники сделать. Хотя я надеюсь, что это просто на громковато так. Так, не. Давай, короче, сделаем вот так вот потише. Все-таки что-то какое-то громкое. В общем, как видите, домик 3 на 3, а уже нифига не влазит. Станки здесь очень огромные всегда, то есть здесь все красиво, размашется, но, как видите, место здесь вообще ни на что не позволяет. Ну, прям вообще никак. Поэтому что? Правильно. Берем охапку еды. Давай вот это возьмем. Вода есть, еда есть, инструменты. Лук даже сделал, уже потестил его. И пойдем искать место для будущего дома. Место нужно огромнейшее, огромнейшее. Желательно, чтобы вот так вот было на скале, с краешку были. Хотя бы, чтобы с одной стороны у меня была защита от... как они называются-то? От чистки. Вот, есть вот такая штука, чистка. Я не знаю, как она работает. То есть здесь я ничего... Я единственное, что могу сделать, это себе сделать админом, но, как я понял, я потом это выключить не могу. То есть я, когда тут тестил левела, как они работают, не работают, то есть не все моды работают на левела так, как мне нужно было. Вот. Кстати, вот, если в кому интересно, графика это вот так вот. Ну и ограничения, как я уже сказал. То есть это именно вот так вот. Кстати, да, можно себе сделать по ночам гамму, заходить в менюшку, вырубать гамму, но смысла в этом нету. Как минимум потому, что, во-первых, ночь длится недолго, а во-вторых, вот, а во-вторых, есть факел, факел довольно-таки некислое расстояние освещает, поэтому смысла в этом нету. Погнали. Погнали искать огромную территорию. И желательно, чтобы еще была... Короче, чтобы был обрыв с одной стороны. Чтобы была вода рядом. Что... Короче... Запросы у меня... Такие прям, что вообще. Вот. Опять-таки же, для чего обрыв? Чтобы, да, с одной стороны я... Хотя бы с одной стороны от чистки я был защищен. Вот именно на эти мысли, то есть меня... скрины построек навели, что раньше-то постройки делались, старались вот так вот около скал. Ну, как бы вы прекрасно видите, то есть вот они постройки, вот там вот всякие поселения, даже вот город Асгард, то есть он сделал на холме, чтобы его было легче защищать. Что когда вот так вот смотришь со скалы вниз, ну, то есть мало того, что скала, еще плюс стена, и ты вот смотришь сверху вниз, тебе, во-первых, обороняться легче, ну и все в таком духе. То есть вот с такой задумки я и решил начать. Но если я ничего не найду, то будем искать построек. О, добрый вечер. Да ты пошел ты нафиг, короче, вот это вот от меня. Ох ты, нифига тут металла. Клево. Да, жаль, я его добыть не могу. Что-то я подпростыл сегодня. Сегодня духота стоит сильная. И форточка открыта. Форточка как? Форточка. Окно настежь.
И вот, по ходу дела, что-то я подпростыл. Блин, летом простыть это прям вот так вот. На раз-два. О, добрый вечер. Кто еще там? О! Дурной? Дурной. Ты дурак? Ты дурак. Отстань от меня. Не, ну слушай, я тебя предупреждал. А теперь давай испробуем на тебе мои новые металлические ножики. Да, я, кстати, я слышал, что очень много кликов, прям слышно. Ну, я с этим ничего поделать не могу. Единственное, что я могу... Тихо-тихо-тихо. Воу, добрый вечер. Здесь нет такого... Зажал клавишу? Отлично. Зажал клавишу, и он бьет автоматом. Вроде как нету. Слушай, давай проверим. То есть вот, нажал, все. Нажал, все. Единственное, что я могу сделать, это у меня тройной клик. Да, вот эти вот мышки с тройным кликом. И вот они могут прокликивать, типа, три клика, и вот тройная атака получается. Всякое клика не поменьше, но учитывая, что основная атака это вот эта вот, на правую кнопку мыши, ну как бы такое себе. Так, надо похиляться, вот что надо, это по факту. Так... 50% от левела. О, почат деревушка. Деревушка около воды. Деревушка, конечно, это клево, когда ты пытаешься найти рабов. Сейчас она мне вообще прям ни к чему. Тут рабов искать, конечно, я буду времени тратить дофигища. Мало того, что нужно найти рабов, нужно найти еще нужных рабов, нужно еще найти брешь. Акведук поломали. Эх, а какая постройка была грандиозная. Вот, в общем, мало того, что нужно найти это... Нужных рабов? Да, может было с той стороны обойти, дебил. Так еще и чтобы у них и левел был хороший, и все в таком духе. А это занимает еще кучу времени, их еще притомить. Шма? Да уж, постройки у меня... Опа, че? А, это волк с лосем дерутся. Окей, я вам не мешаю. Да ёпрасте, здесь волки опять. Да пошел ты. Так. Там уже идет зимка. Зимка, зимушка, зима. Ой, добрый вечер. Правую кнопку мыши кликнул. Остров вот этот смотрю. Не, ну там 100% что-то есть. Так, ну это у меня собаки на улице гавкают. Там 100% что-то есть, именно какая-то своя постройка. Вот прям гадалки не ходи. Так. А что-то и зелени-то уже и нету. Вот без шуток. А зелени-то уже и нету. А места-то и не нашел. И походу я здесь и не найду себе такое хорошее место. Походу дело в болото пойдем. Ну, либо саванна. Ну, кстати, саванна тоже как вариант. Как один из вариантов. Потому что саванна здесь... Слушай, там хорошие подступы есть. Ладно, побегаем, поищем.
собственно, решил все-таки сгонять на этот остров. И, как я уже сказал, какие-нибудь здесь точно до постройки будут. Это обязательно. Это без вариантов, я бы даже так сказал. Собственно, у острова даже есть название. И здесь, как вариант, будут какие-нибудь постройки, не постройки, мобы, не мобы. Вот, руины, святилище. Опа, чё? Сорвите желтый лотос. А, добрый вечер. Подавай. Подавай. Отлично. В смысле? Я ж больше собрал уже. Хорош, давай засчитываем мне все сразу. Это уголь? Отлично, это уголь. Уголь мне пригодится. Я не выдержал, я залутал железную руду. Там пробегал мимо железную руда, думаю, ну почему бы и не залутать? Ну, короче, вы поняли, да? Я ж по-другому-то и не умею. Так. Здесь... А, ну да, я шлавал-то и не получал. А, кстати, да. Тот же испытания. Прогресс. Да, они, кстати, заменились. До новых испытаний 21 час. Отлично. И, кстати, они по ходу дела меняются, неважно, в сети ты не в сети. Что самое главное. Второй левел, между прочим. Между прочим, второй левел. Ага, на уровне испытаний. Ладно, хрен с ним. Посмотрим, что кто что напишет. Видите птиц. Срубите деревья. Ого. Добудьте тонкую шкуру. Помолите могилу на острове Телиф. Чё? Я это, как раз на острове Телиф. А где здесь могила? Так, там идет какое-то чтение, продолжается, а я пока поищу могилку. Подожди, а там что-нибудь... Да, блин, погоди. Там что-нибудь вообще... Это написано, где это? Легендарное. Помолитесь у могилы на острове. Ну ладно, мне нужно явно найти могилу. Она явно на этом острове. И, возможно, это как раз-таки вот то надгробие, о, не надгробие, а этот, кстати, да, факел-то можно и убрать. Давай вырубаем факел, отлично. Так, ладно. Медвежата? Медведи? Ой. Ох, добрый вечер. Кабаны. Так, ладно, давай в ту постройку заглянем, поищем, где помолиться. Так, помолиться. Не понял. А, вот, теперь работает. А, с инструментом в руках это не работает. Все, я понял. Так, давай попробуем. А как молиться? Слушай, я походу сейчас в интернете поищу. Как это вообще? Это какая-то эмоция делается или что? Интересно. Да, сейчас, наверное, в интернете лучше поищу, что, когда, где. Да, я правильно понял. Точнее, я думал правильно, что нужно изучить эту эмоцию. То есть здесь появится эмоция молиться. Это у алтарей и так далее она появляется.
Алтари. Я уже не помню. По идее, у алтаря йога, то есть где вот я изучал, вроде бы, хотя не факт, ну, в общем, короче, да. Когда-нибудь, но явно не сейчас. Также, где вот, вот этот город, там можно точно изучить. Там есть алтарь в городе, и там точно можно изучить. Но, ну, кстати, да, вот сколько я прошел сюда, столько я пройду туда, но там жопа. Там не вот по вот это вот прогулка пройти. Ну, в общем, ладно. Конечно, прикольно, что я это место нашел. Так вот, прям вот хоп, и именно здесь мне и нужно это сделать. Но не прикольно то, что по факту я здесь ничего не сделать не могу. Бог с ним, я ищу место. Место, конечно, под постройкой было бы прикольно. Но у него разные уровни и так далее. То есть, это во-первых. Во-вторых, здесь уже занято немало места руинами. Что уже, соответственно, для меня неудобно. Так. Ну ладно, от медведя бы я бы избавился и так далее, но бог с ним. Кстати, прикольно, так вода течет. Так. В итоге... Ага. Добрый вечер. Спасибо. Не надо. Можешь остаться там. Ну, а я сюда бегу. Вот там маленькая свинюшка. А вот здесь огроменный боров. Как вы думаете, это босс? Это босс. Ну, 4 сотки не так уж и много. Ну как босс? Просто жесткий, мощный, свирепый кабан. Вепрь-вожак. Точно, вожак это называется. Уф. Много экспы. И куча всякого обычного лута. Ничего, так сказать, сверхъестественного, но зато куча экспы, что немаловажно. Что немаловажно, это характеристики. Кстати, проворство, когда я качаю проворство, я увеличиваю урон от кинжальчиков своих. Что немаловажно. Проворство очень нужная штука для меня, как любителя воевать кинжалами. Так. Маленькое поселение. На стыке. Но мне через вас так и так бежать. А поэтому будем просто бежать. Какая тупость. Причем я, по ходу дела, там просто тупо логотком зацепился. Опача. А самое главное, тупость это то, что я реально не скидывал все это дело. То есть подстилку не ложил. Я забыл про это дело. Твою мать. Ужас. Самое что тупое, саванна-то это вот. Вот она, саванна. Мой труп там. А саванна, вот вон они, слоны. Там должны быть вроде бы тигры тусить еще. И носороги где-то в этом районе. А вот что здесь, я уже и не помню. Но вот теперь хочу вот сюда сходить, все-таки посмотреть. Возможно, все-таки вот на какой-то... Ну, эти-то острова, я точно знаю, что они дебильные. Мне бы скалу найти. Это реально. Я карту нифига не вспомню.
Поэтому вот такая вот дебильная серия. Что? Чё еще могу сказать? Дебильная серия. Кстати, да, вот эти вот мне все монументы эти прикололи. То есть, типа, раньше граница была вот так, карты, и потом их сломали. Ух ты, господи, твою мать, ты что тут делаешь? Дурной! Видишь, разговариваю. Чё ты мешаешься-то? Вот, типа, граница карты была вот так вот, а потом, типа, сломали, и хоп, увеличилась район карты. Я думал, еще вот этот район карты сделают, но, как видите, ничего не сделали. Сделали новую DLC только, а старые обновлять не хотят. Вот и иди в баню, дебилехонький. Больно ты мне сдался. И пошел ты. А ты прыгать и не умеешь. Хорошо, выносливость быстро восстанавливается. Ну, момент X. Смогу я залутать свой труп или нет? Теоретически смогу. Вау, тихо. Только с обрыва не свалиться. Теоретически смогу, потому что радиус все-таки дальше. Хватание. Ну блин! В этом-то и прикол. Если что, мне опять сюда бежать далеко. Потому что я... Тихо. Не та кнопочка. Забрать все. Отлично. Так. Это стакаем. А, вот они, спальнички, где они у меня. Так, назад. Тихо. Только не под углом идти. Фух. Ну вот и хорошо. А, выжил. И на том хорошо. Так. Вода, еда. В порядке. Здесь уже можно добыть немного хитина, насколько я помню. Там не только хитин, еще какой-то ихор, что ли, вроде бы здесь добывается с этих насекомых. Но если на меня не сагрится, то мне и не надо. Вот там это пустынный корабль. Типа, короче, пираты решили сделать себе корабль в пустыне. Скала, паруса, все дела. В общем, считают, что они там. А, собрать яйца у меня было в прошлом. Сейчас этого не надо. Окей. На, внизу тоже много пиратов. Ой, ну пиратов. Разбойников, короче. Так что тоже неплохо. Ну, прикольно, скала в виде черепа. Ну, видите, глаза, нос, внизу типа рот. Вот, типа, вот так вот мне нужно. Вот такая вот. Оп, постройки, все дела, скалы. Но такое в основном в пустынях. Луна, прикольно. Хорошо, хоть ночь проходит быстро. Кстати, светлая ночь. Это очень удобненько. Испытание. Срубите деревья. И тонкую шкуру. Тонкую шкуру я бы еще помнил бы с кого. Лутается. Ну что, погнали дальше. Опаньки. Вот, кстати, вот около таких бывает, ты внизу находишь записку, и ты можешь изучить какую-то из эмоций. То есть, когда вот так вот находишь рядом, то бывает записка и эмоции. Но это не здесь. Но прикольно. Темно, конечно, хоть глаз выколи. Но этих насекомых слышно и видно. Добрый вечер. Иди нафиг. Вниз вроде безопасно. Очень удобно так спускаться. То есть ты спрыгиваешь вниз, цепляешься за пробел, и он скатывается. То есть спускаться вообще прям красота.
Ну, кстати, можно факел и убирать. Хотя... Непонятно, вроде бы и светлая ночь, и как-то... И как-то темно. Хм, прикольно. Шел-шел, какую-то пещеру нашел. Атак! Пошел в жопу. Не надо мне вот этого ваша атак. Было темно, я не видел, что там кто-то стоит. Но пещера на карте обозначилась, ну и слава богу, вот и хватит. Зеленый биом, наконец-то. Ты что за мной все бежишь-то, а? Что ты такой жесткий-то? Вау! Нифига себе! Добрый вечер! А чё он такой жесткий? Ё-моё! Вот это реально добрый вечер! Фью. А, это здесь ходит. Нифига, вот это огрёбся! Ага, вон. Каменный бык. Я не помню, как они обзываются. Но для меня это каменный бык. Да уж. И чё он сагрился на меня? Я ж его даже не трогал. Козёл. Как говорится, из огня, да, в полымя. Убегаешь от одних, нарываешься на других. И вот они уже, тигры, за мной гоняются. Дебильная серия получается. Ведь так просто тупо беготня. Кулаками. Отлично. У меня, оказывается, оружка была в руках. Я ее просто убрал. Красава. Газель. Кстати, дерево. Дерево, дерево. Ну-ка. Реально просто дерево срубить. Оп, процесс. Отлично. Забрать награду. Победите изгнанников. Не, ну вообще обнаглели. Зато почти... О, даже уже третий левел. Ага, вот это я за БП, то есть за платно, а вот это я получаю бесплатно. Клёво. То есть я вот это тоже могу получить бесплатно. Для трибущета. И чё я это получил? Оттачивайте навыки владения мечом. Эмоции? А, ну да. Хе, без понятия. Пофигу. Хотя, может, это типа с мечом в руках появляется эмоция. Возможно. Но пофигу. Не, ну такого я точно не победю. Вот это я понимаю веселье. Это прям что-то с чем-то. В общем, есть три плюса в моем путешествии. Первый плюс, это то, что я понял, пошло все в жопу, буду строиться там, где я хочу. Ну, то есть, вот, мне понравится место, я там и буду строиться. То есть, вот так вот. Второе, у меня теперь есть быстрый жеребенок. Не знаю, зачем он мне.
Но коня, по ходу дела, придется все-таки выращивать. Ну и третье. Здесь бегают птицы. Собственно, их я и ищу, чтобы добить четырех и закрыть этот... закрыть задание. Плюсы все-таки есть. Немного. Немного. Минусов, конечно, больше. Минус серия. Да уж. Ну ладно, что поделаешь. Вот они, жеребенки здесь бегают. Я сначала хотел прострелить, только смотрю. Чит 15 хп через лук. Это явно что-то неспроста. Подошел, подобрал, а там быстрый жеребенок. Ну окей, думаю. Пришлось, конечно, четверть железа выкинуть, шкуру выкинуть, там вот это вот все освободить инвентарь, но ну зато теперь жеребенок в инвентаре лежит. Пускай будет. Самое, конечно, тупое. То место, где я их нашел, этих птиц, я же сюда и вернулся. Я очень много где обошел. Раньше мне казалось, этих птиц тьма тьмуща. Но игра мне сказала, вот когда тебе надо, ты их фиг найдешь. Ну, хоть что-то. Хоть как-то. Я, конечно, умудрился сдохнуть от пантеры. Но, благо, на быстром слоте все это дело есть. Спальничек, так что проблем с этим не оказалось. Добудьте уголь. Раньше не могли дать. А, это толстую шкуру. Господи, я тонкую читаю, думаю. Тонкую. Какую нафиг тонкую? Ну, пофигу. И мастерство. Последний удар. Больше ресурсов. Редкие материалы. Больше ресурсов. Пускай будет. Оно. Ну, допустим. Только что толку-то от этого? Я же получить не могу, я могу только бесплатно получить. Че? Фигня. Не, понятное дело, они заманивают, типа, слышь, купи, ну что тебе стоит? Короче, веселье еще то. Да и думаю, сейчас в итоге вернусь вот сюда. Обратно к тем местам. Кстати, может вот здесь построиться? Я здесь часто строился. Оно такое место прикольное. Типа вода рядом и так далее. Да, там человек стоит. Вода рядом, полуостров. Может быть там, да и ровненькое такое плюс-минус местечко. Дурдомовский. Бегаю кругалями. И прохожу боевой пропуск. Отлично! В выживалке прохожу боевой пропуск. Кто бы мне сказал, это, не знаю, 3 хотя бы года назад, что ты в выживалке будешь проходить боевой пропуск, я бы сказал, ты что, дебил? А теперь, по ходу дела, я дебил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Все-таки часть игры. Типа. Здесь мне точно делать нечего. Остров, конечно, прикольный. Но он вроде бы неровный. Да и бог с ним, с неровностью. Здесь, по ходу дела, какая-то из построек 100% есть. Своя. О, там человек тусует. Крокодайлы, человеки. Да ты что ж ты вот это вот придумал? Отваливаться. Ну, допустим. Не, очень много неровностей. Я задолбаюсь выравнивать все это дело. Поэтому, ну его нафиг. Угу. И вот тот полуостров. Или не на нем я строился обычно.
Или вот на вот этом аппендиксе строился. А чё вот этот за островок? Ну, я точно не здесь строился. Потому что здесь очень много крокодилов. Очень много вот этих панцирников. И как бы... Ох, аж два вас. Да, идите в жопу тогда. Не хочу с двумя драться. Добрый вечер, еще один. А здесь у нас мини-поселение. Ну, кстати, у меня ачивка. Завалить десятерых. А вот здесь вот, да. Здесь уже как вариант построиться вполне неплохо. Да. Куча времени потратить, но вернуться туда, где я обычно и строился. Ну, просто посмотрите. Вот, насколько ровная площадочка. Есть вода. И все довольно-таки неплохо. На том островке там бугры бугровые. А вот здесь, как вариант, да, начать строиться здесь. Почему бы нет? По крайней мере, здесь нет никаких ресурсов, которые я могу перебить спавн своей постройкой. Вот ничего такого нету. Так что почему бы и нет? Кстати, вот так сразу надо сделать. Ну и какие-никакие соседи будут, где в первую очередь рабов себе, так сказать, приручить, вполне будет неплохо. О, завершено, наконец-то! Вот здесь и повар он спавнится потихонечку. То есть как бы вполне неплохо. На первые этапы пойдет. Надсмотрщик даже. Ё-моё. Да, это первый левел. Ну, камон. Можно будет и... Их. Ой. Так сказать, на первых порах вполне неплохая мысль. В общем, ладно. Будем строиться здесь. Все-таки как-никак. И вода, и зелень. А там уже будет видно, что, как, да где. Останется, конечно, вот через полкарты вот отсюда перенести все сюда. Учитывая, что начал отсюда. Как-то так. Ну, а с другой стороны, с картой познакомились. Соберите камни. Ё-моё. Ачивочки повыполняю. Красота. Ну ладно, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Ну, это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.